Телеканал КРТ представляє. От ті процеси, які зараз от йдуть у цих лікарнях, є це офтальмологічна лікарня, центр мікрохірургії ока і пренатальний центр репродуктивної медицини. По якому шляху зараз юридичному йдуть ці клініки? Ми дуже довольні, що колективи, трудові колективи клінік, яких ми захищали, теж обратили внимание на нашу передачу и поняли, что под лежачий камень вода не течет. И права не дают, права берут. И граждане должны сами, в том числе, защитить свои права легальными механизмами, которые до сих пор еще дает законодательство, разработанное в Советском Союзе. И слава Богу, поскольку советское трудовое законодательство было одним из самых лучших в мире, его пытаются отменить и потихонечку капля за каплей отменяют уже на протяжении 30 лет. Однако до сих пор у нас есть Советский трудовой кодекс, а также разработанные на основании его положений различные законы, в том числе закон о разрешении трудовых коллективных споров. Mm-hmm. Так вот, советское вот это право, не побоюсь сказать это слово, которое было перенято современной Украиной, дает возможность трудовому коллективу собраться и заявить претензии хозяину и руководству любого предприятия, любого учреждения. Поэтому трудовые коллективы собрались на конференцию, определили перечень требований к хозяину, а хозяин это у нас Киевский городской совет и, соответственно, Киевская городская администрация, чтобы финансировали больницы, чтобы предприятия не закрывали, чтобы был обеспечен кадровый состав, были проведены соответствующие конференции согласно этого закона и избран один для этих двух медицинских учреждений организационный комитет, который будет представлять интересы коллектива на переговорах с хозяином, а то бишь с государственной властью, с Кличком, с Гинзбург и прочей их сфорой. Наши требования были сформулированы. Вас, Дмитрий Василец, избрано руководителем этого комитета. Угу. Теперь вы, в том числе, являетесь представителем трудовых коллективов на переговорах с государственной властью и администрацией. И это очень хорошо, потому что на меня, как, если брать какого-то лекаря, чи як, на него есть тиск от саме работодавца, а я там, по сути, сторонняя особа для них, и народное тело, чи як, можно сказать. Вас тяжело коррумпировать и запугать, потому что купить и запугать человека, который 2,5 года просидел в тюрьме и получил 9 лет тюрьмы, я думаю, ну, всяким Гинзбургам не под силу. Они обязаны сейчас вступить в переговорную процедуру, а просто так уже задним числом принять какой-то новый устав, разогнать коллектив, они не смогут. Это будет абсолютно незаконно, и мы сможем это легко обжаловать в суде. Поэтому, видите, согласно, значит, вот этого письма, направленное в том числе и на ваше имя, мы делаем вывод следующий, что Гинзбург расписывается, что она не способна самостоятельно решить проблему двух больниц. Ну, это понятно, как бы это не финансирование отбирать, а проблемы решать коллектива. Данное письмо направлено руководству города Киева, профильным заместителям мэра. Я думаю, что и они не смогут это решить. Далее мы выйдем на сессию, и на сессию Киевского горсовета, и, возможно, на кабинет министров, для того, чтобы на самом высочайшем уровне решить проблему сохранения двух уникальных медицинских учреждений. И вот для наших зрителей и для наших граждан хочу сказать, что все, кто живет по принципу «пропало все», для них все и пропадет. Да, действительно, правовая система и законодательство несовершенно, но каждый человек на своем маленьком уровне должен бороться за свои права. Тогда мы построим действительно социальное, правовое, демократическое государство. Если мы будем жить по принципу «отмахнуться», либо «кто-то за нас решит наши проблемы», такого никогда не будет. За свои права нужно бороться.